общем, это обычный аквариум на 40 литров, большой. Это не ваза, ничего, это аквариум. И мы его решили поставить таким образом. Почему? Потому что, ну, пыль будет в основном собираться тут, а внутрь не будет попадать. Да, потому что он у меня стоял отверстием кверху, и сильно много пыли падает, засыряет. Мне не понравилось. И мы решили вот так вот сделать. Это не классический флорариум, это просто, скажем так, бокс для содержания орхидей, которые нуждаются, допустим, в дополнительной подсветке и в дополнительном увлажнении. Просто это оформлено, ну, чтобы покрасивше выглядело. Нет, это не обычный флорариум, так что можете не говорить, что все вот не так, как положено. Я же говорю, это просто контейнер для содержания, вот такой вот стеклянный, скажем так, бокс для содержания каких-нибудь пенечков, малюточек, деточек. Посадили мы плющ, водичку мы сейчас добавим, и также я буду удобрять с пульверизатора по листу. Также я добавила вербенник манечатый, он очень хорошо растет в гидропонике, то есть в воде. Я думаю, что он прекрасно тут освоится и заплетет все пространство. Правда, мисочка у нас не в тему, но мы ее со временем задекорируем. И сейчас мы будем добавлять водичку. Да, и самое главное. Раз, два, три. Елочка, гори! Флорариум, свети! Ну, да. И еще раз повторюсь, это у нас не классический флорариум, то есть он у нас без земли. Это у нас как бы такая емкость, которая будет повышать влажность нашим орхидейкам. Будет служить как такая вот ваза с подсветкой и с водичкой. Вот. У меня там в горшочках дорогие сорта орхидей и пенечечки, в общем. Мисочка нам нужна для того, чтобы не доходило до орхидей, чтобы это было как островок для ихнего существования. Вот. Влага будет испаряться. Растения будут наши расти, которые по нижнему ярусу, как в гидропонике. А вот эти вот горшочки мои будут получать свет и увлажнение. Вот такой наш вариант флорариума, нестандартного, повторюсь. Вот. И эту мисочку мы со временем задекорируем тоже. Что мы придумаем, мы покажем обязательно. Вот, не судите строго, это, скажем так, красивый контейнер для хранения моих горшочков. Стоят цветочки. Сейчас вам расскажу. Вы меня спрашивали, как моя орхидея королевская. Вот она.
Все так же она у меня сидит, не пересаженная. Отцвела с живым цветоносом. Вот живой у нее цветонос. Это моя бархатная Big Lip. Тоже отцвела. И вот такой вот цветонос. У нее живой пока что. Камбрия желтенькая моя, я ее посадила точно так же, как и свою Белару, но немножко вообще не давала дренажа. То есть все то же самое, но без дренажа. Почему? Потому что сильный дренаж и очень просыхает быстро субстрат. И что я придумала для своей камбрии Белары? Я все экспериментирую. Что же я придумала? Вот что я придумала. Я ее посадила на такую емкость с водичкой. Проделала отверстие, чтобы она дышала. Вот. Туда насыпала камушка, чтобы конструкция была более устойчивой. Вот. И таким образом она у меня живет. Не знаю, сидит, вроде бы все хорошо. Значит, Белара моя на такой вот конструкции. Вот. Лезет у нас там росточек. Ростик. Есть ростик. Поставила палочку, чтобы смотреть. Регулировать полив. Потому что я никак не могла приудобиться. Сейчас, секундочку. Вот. Никак я не могла приудобиться поливать. Потому что, ну, очень сухо. Жарко и сухо. Калатея. Очень красивая. Значит, тут мои малютки. Стюартиан у меня уже подрос. Заметно, кстати, подрос. И, по-моему, у него там намечается листик, или мне кажется. Ну, листочки заметно подросли. Это радует. Фиалочка. Она очень мучается, очень болеет. Не знаю, почему. Я с фиалочками, я же говорю, не мое растение, мамина. Вот. И моя Анна Лоратти тоже очень подросла, выпустила новый листик, адаптировалась. И как она у меня появилась, видео будет. Она у меня пришла такой замученной, такой зачухой. Мой боже, листья крученые, сама маленькая. А сейчас она хоть похожа на нормальное растение. Вот. Такая вот у меня полочка. Остальные мои орхидейки обитают на другом окне, тут вот. Сегодня мне котенок перекинул мой Сога Вивьен. От него отвалилась кусок корня, и я его посадила. Потому что там образовался как пенечек. Мой сегодня Сога Вивьен летал. Такая была злая, конечно, вам ничего не успела показать, что я сделала, что от него отлетело, какие корни, что куда. Короче, я его пересадила. И, может быть, он недаром у меня полетел, потому что корешки у него, два корешка испорчены было. Вот я их убрала. И отлетел корешок такой вот, как с пеньком, с таким этим. У меня уже был такой корешок, я его посадила, и он мне дает детку. Точно такой же корешок у меня получился от Сога Вивьен, с такой пяточкой, как пенечек. Я его тоже посадила. Вот, он у меня в моем, скажем так, в таком флорариуме. Или аквариуме. А да, так что очень злая была сегодня на кота своего. А
как его, орхидерариум. Моя была, но она долго процвела, я хочу вам сказать, от того момента и вот до сих пор. Все, последний цветочек. Спасибо за внимание. Всем пока!